Здравствуйте, мои любимые! И сегодня урок номер 20. Урок номер 20 называется «Твой путь». И очень важно, выбирая свой путь, слушать свое сердце. Очень часто мы действуем из соображений логики, из соображений выгоды, из соображений, где побольше заработать или где больше добиться успеха. И очень часто мы предаем свое собственное сердце. Поэтому очень важно фокусироваться на том, чего действительно хочет ваше сердце. Только сердце может услышать истину. Только соединившись со своим сердцем, вы можете выбрать истинно свой путь. Только соединившись с ним, вы можете найти правильную дорогу в своей жизни. Только соединившись с сердцем, можно найти свое истинное предназначение. Мы часто действуем из соображений успеха, логики, достижений и прочего. И часто на своей собственной силе воли какие-то даже результаты получаем. Но поверьте мне, только когда ты соединяешься со своей душой, со своим сердцем, ты можешь дать миру что-то большее. А глобально ты пришел в этот мир именно дать миру что-то. Поэтому слушайте чаще свое сердце, прислушивайтесь к нему. Прекращайте фокусироваться на деньгах, прекращайте фокусироваться на успехе. Фокусируйтесь на вашем внутреннем состоянии, фокусируйтесь на любви. И сегодняшнее домашнее задание – 20 минут. Провести в тишине, в полной медитации. Как это выполнить? Вы ставите будильник на 20 минут позже того, как вы садитесь в тишину. Да, может быть, вам будет сначала сложно. Вы садитесь и 20 минут, закрыв глаза, сидя, проводите в тишине. Это дает вам возможность первые 5-7 минут отключить сознание, а потом все-таки спуститься в свое сердце и услышать истину. Там, где-то минут через 10-12, вы сможете пообщаться со своей душой. Вы сможете истинно услышать свое внутреннее «Я». Я жду ваше осознание по сегодняшнему дню. И увидимся завтра.